Господь комитет и департамент Московского спорта. Благодаря такому замечательному специалисту, благодаря людям, таким как Ватутин ССК, и спасибо, что Андрей Кириленко сегодня присутствует на этом, значит, на нашей встрече, я хочу подчеркнуть память об Александре Яковлевиче. Именно благодаря этим людям сохранилась и живет в наших сердцах. И мне очень здорово на сегодняшний день, что при помощи также этих людей финальный день, накануне матча за полуфинала и финала 25 числа, будет игра, так называемый микс-матч, посвященный 10-летию Академии братьев Горинских, в котором согласились принять участие наши опытные ветераны и баскетболисты сильные, в том числе Андрей Геннадьевич обещал тоже выйти на площадку. Я лишний раз подчеркиваю, еще раз говорю, рекорд в мужском баскетболе, завоевание золотых медалей и прочих первых мест, нам вряд ли кто-то сумеет побить того, чего добился мой старший брат. Но самое основное и самое главное, он всегда был человеком преданным нашей стране, преданным нашему спорту, настоящим армейцем, который начинал свой тренерский путь в Рижской команде СКА и закончил в армейском клубе ЦСКА. Память о нем для меня очень дорога, и мне лишний раз приятно увидеть, как относятся к нему и сегодня, и помнят о нем люди, о которых я уже перечислил. Спасибо.